пострелять я в охотничьих угодьях успею. Меня увидели. Ничего хороший улов. Подойдет.
Возьму в дорогу. Скоро мне это понадобится. Thank you.
сильный снег. Мир белый. Испытание пройдено. Thank you.
Рядом с ним труп? Это опасно, девочка. Опасно для тебя, чужак. Это земля Нора. Да. Нарушение границы карается смертью. Тоже мне страшная кара, подумаешь. Видишь? Вот он умер и не жалуется. Кто это? Убийца. Вор-работорговец. Только порочил честь приличных убийц. Варл сказал, на дорогах орудуют разбойники. Ну, рано радоваться. Они не всегда сами тебя находят. В основном просто разбивают лагерь и сидят там, как мухи на мясе. Но можно пойти поискать их самим. Ты мне нравишься. Видишь дым по ту сторону руин? Встретимся там. Идет?
ни здесь, ни на Натальи с засадой. Жуткое зрелище. Визор поймал какой-то сигнал. Надо его просканировать. Это уж точно не понял. Руины. Наверное, это и есть жажда беса. Город-предтеч из Железного мира. Откуда исходит этот сигнал? Интересно, что это? Помыться все равно не мешало. Доспехи из эпохи предтеч. Но как до них добраться? Эти цифры наверняка связаны с секторами круга.
Я таких с самого детства не видела. Кажется, предтечи таким образом определяли время. Тут не хватает топливных элементов. Для них нужны топливные элементы. Красный свет. Не пройти.
Я поймала еще один сигнал. Все и к источнику сигнала. Такими их раз ты описан. Сигнал исходит из головы. Надо туда залезть. Thank you.
подходящее место. Отсюда я смогу на него запрыгнуть. На нем даже вмятины не останется. Думаю, отсюда получится на него запрыгнуть. Отсюда можно запрыгнуть на дым на шее. Сигнал идет откуда-то отсюда.